Здравствуйте, дорогие друзья! С вами товарищ Санёк, и мы продолжаем проходить путь крестоносцев в Stronghold Crusader. Остановились мы на 37-й миссии под названием «Преисподняя». Ну что же, мы посерединке против аж трех халифов, у каждого по 10 тысяч денег. Это будет не очень интересно. Ну как бы интересно, но было бы поменьше денег, было бы куда интереснее. Но то такое... Как-нибудь в другой раз с вами, ребятки, мы это попробуем. Тут будет война башен, собственно, как всегда, когда при близкой постройке все происходит. Каков наш план? Вперед! Нас атакуют! Нужно больше дерева. Сразу надо захватить высоту. Мы готовы. Давай, просыпайся. Дислокацию. Ждем ваших приказов. Не хватает оружия. Куда сэр? Целится, сэр? Лучники готовы. И строим защитную вышечки. Защитную вышечки. Маруси 6 перфект. Нет, я не успел построить. Не хватает товаров. Не хватает товаров. Да как они заколебали, это бедные мои ребята. Страдают. По чуть-чуть, помаленечку. Отгребаем себе заборчиком территорию. Ну, хотя бы так. Сейчас я им объясню, как надо дела-то делать в современном замке. Как они заколебали с этими, прям вообще капец. Запасы провизии пополняются. Казна пустеет, ваше светлость. Все, достаточно, ребятки, хватит. Не хватает оружия, сэр. Сэр, бегом. Да что же я не туда-то лезу-то каждый раз? Ваша милость. Инструменты готовим обслугу. Ждем ваших приказов. Мой лук к
вашим услугам. Ну что, вы сюда пойдете, что ли, ёшкин ты тут? Мы идем. Да, ваша милость. Давайте задание. Подбираем обслугу. Какие будут указания? Мы уже в пути. Послание. Готовься к смерти, неверный. Отлично построено, сэр. Определяем дальность. Ну-ка, работает, не работает? Ну так, чуть-чуть работает. Достаточно. Так, это продать. Не хватает товаров. Это продать. Хавчик начинаем производить. Ждем ваших приказов. Не готовить стрелы. Целься. Бедные мои работники, серьезно. Оставьте их в покое. Надо, наверное, где-нибудь подальше поставить. Сейчас я придумаю. Где только. Чтобы они не достали. Так, здравствуйте. А что это мы тут делаем? Ждем ваших приказов. Не хватает оружия, сэр. Да? Уже идем. Послание от калифа. Готовься к смерти, неверный! Да, ваша милость, отбираем обслугу. Надо что-то построить. Строим осадное орудие. Я как бы из такого количества лучников, к сожалению, не справится с таким напором. Ждем ваших приказов. Надо немножко усилить оборону заднего прохода. Мы готовы. Мы идем. Что надо делать? Мой лук к вашим услугам. Подбираем обслугу. Да, ваша милость. Инструменты готовы. Подбираем обслугу. Ну, более-менее. Пока что. Милорд? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Алярма, алярма. Сломали защитную стенку. Это нельзя здесь разместить. Не хватает камня. Не надо трогать защитные стенки. Они очень важные. Чтобы вы знали. Несут себе очень важную функцию. Давайте задание. Чем мы можем? Подбираем обслугу.
Ну, уже более-менее. Ждем ваших приказов. Не хватает оружия, сэр. Пока живем. Будут указания. Это хорошо. У меня скоро хавчик должен кончиться уже, я предполагаю. Так, 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 чё это тут началось? На шеребреж в моем идеальном замке. Фу, такими быть. Запасы провизии убывают. Запасы золота неуклонно растут. Вот это, кстати, я зря сделал. Послание от Калифа. Вторгнуться в мои земли? Негодяй, ты за это заплатишь! Так, добавим немножко пшена. И немножко хмеля. Не влезает? Ну и пофигу тогда. Ждем ваших приказов. Не хватает ресурсов. Послание от Калифа. Немедленно умоги своих жалких оборванцев от моих стен! Блин, размотать его что ли? Чё-то он это... Ай, выпендривается слишком много. То я на него тут свои силы трачу. Понимаешь ли? Тут молодой человек, чё как, залип, чутка, а у него экономика такая себе. Ну, ок, пусть пока бабки... Ну, в общем, мы пока в идеальном положении на данный момент. А у этого молодого человека кончились деньги, воинов нету, поэтому у нас выбор единственный, идти на него в атаку. Как пойдем? Ну, пока что так пойдем. Чё-то я переборщил. Запасы золота неуклонно растут, сэр. Продадим немножко хавчика. Нас атакуют! Нет места в оружии. Не хватает рекрутов, сэр. Не хватает товаров. Не хватает рекрутов. Не хватает рекрутов, сэр. Ну, можно еще начать добычу железа. Ну так. У нас что-то вообще по ресурсам-то все печально. Хотя бы хоть какие-то профит с этого будет, хоть какой-то. Ага, я понял. Ну ладно, нет так нет.
не хватает оружия, сэр. Пехота! Замок горит, сэр! Они даже не поймут, что это было! Полиция настроена! Послание от Калифорнии. Держись подальше от моих границ, не верни! Вы третий великий пилот! Непокойник! Отлично! Послание от Калифорнии. Чё, и заходим, заходим, ребятки, заходим. Не стесняемся. Идем дружить, идем, идем. Добрый вечер, молодой человек. Все. Еще увидимся, неверный. Закончили упражнение. Ну, уже хорошо. Теперь я спокоен. Теперь надо нашу линию обороны двигать чуть-чуть дальше. Баллиста построена, сэр. Определяем дальность. Баллиста построена, сэр. Определяем дальность. Так, молодой человек. Вас я оставлю напоследок. Да? Мы уже в пути. Так, так, так. Как я далеко могу поставить стенки? Ну, вообще шикарно. Удлиняем нашу линию обороны, тире нападения. Потихонечку расширяемся. Не хватает рекрутов, сэр. Так, ну, тут у молодого человека уже должны кончиться деньги. Все верно. Но он так и будет сидеть и залипать на базе. Это хорошо. В принципе. Не хватает товаров. Это нельзя здесь разместить, милорд. Теперь можно максимально ускориться и продолжить наше любимое с вами занятие под названием «Глухая оборона». Это нельзя здесь разместить. Послание от Калифа. Ты еще дождешься моей кары? Ты идешь. Твой лук — вашим услугам. Ты идешь. Ты уже в пути. Лук. Ты идешь. Нас атакуют! Ну, как бы, собственно, вот и все. Смотри, над твоей жалкой крепостью собираются
Да, да, да. 10 раз. Послание от Калифа. Торгнутся мои земли! Негодяй, ты за это заплатишь! Заканчивай, заканчивай. Послание от Калифа. Ты еще дождешься моей кары! Вы великий лон! Надо что-то построить. Подбираем обслугу. А, у меня тут, кстати, хмель же есть. Ёшкин ты куда? Я про него совсем забыл. Ай-яй-яй. Смотри, что построено, сэр. Определяем дальше. Тянуть тетиву! Воевали и хватит. Ну, в принципе, всё уже неплохо. Это нельзя здесь разместить, милорд. Так, то я что, не прав, что ли? Ну, вот примерно как-то так. Что надо делать? Подбираем обслугу. Инструменты готовы. Подбираем обслугу. Оружейная полна. Оружейная полна. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Это же прекрасно. Лично построено, сэр. Определяем дальше. Определяем дальше. Ну, опять же, можно поугарать чуть-чуть. Да, ваша милость. Давайте задание. Строим осадное орудие. Это нельзя здесь разместить. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Ждем ваших приказов. Нас атакуют! Баллиста готова. Ждем ваших приказов. Мы идем. Кто там атакует у нас? Где? Этот молодой человек вообще что-то никак не хочет играть. Вообще, у меня все плохо. Ваша популярность падает. Послание от Калифа. Держись подальше от моих границ, неверный! Да кому твои границы нужны, друже? Хватает товаров. Да, отлично! Не хватает оружия, сэр. Запасы провизии пополняются, да, сэр. Мы идем! Мы пехота! Чего ждем?
Ой-ой-ой. 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 Какой кошмар. Ой-ой-ой. Ну, в принципе, можно сказать, что игра уже окончена. Не хватает товаров. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Лучники готовы. Долгая дорога. Когда ж ты сдохнешь, что ли? Собственно. Мой лук, ваш заканчиваем постройку. Теперь все вот это вот нагромождение можно смело сносить. Ваша популярность растет. Нафиг не надо. Был замок, нету замка. Люди восхищаются вами, сэр. Не хватает товара. Чем мы можем помочь? Невозможно. Надо что-то что-нибудь построить. Мы пехота! Милорд? Какие будут указания? Мы идем. Нас атакуют! Идем ваших ребят. Да ладно, ладно, я пошутил. Баллиста готова. Лучники готовы. Как-нибудь вот сюда вот башните. Крайне невозможно. Ваша популярность падает. Оставь мою популярность в покое, а все хорошо. Я самый популярный популярщик. Оружейная полна, милорд. Да и луки мне больше не нужны на самом деле. Не хватает товаров. Нет места в оружейной. Да, не хватает рекрутов, сэр. Не хватает рекрутов. Не хватает рекрутов. Не хватает. Вам понадобилась сила! Что надо делать? Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Строим осадное орудие. Сэр, требюше готово. Сейчас подсчитаем. Мимо. Сэр, требюше готово. Сейчас подсчитаем. Катапульта готова. Готов. Послание от Калифа. Портнутся мои земли! Негодяй, ты за это заплатишь! Сэр, требюше готово. Сейчас подсчитаем. Сэр, требюше готово. Сейчас подсчитаем.
Пушка готова, милорд. Готовься. Ваша популярность растет. Ну так. Ты что, другого ожидал? Я же сам популярный. Популярщик. Не хватает рекрутов, сэр. Уничтожим врагов! Мой лук вашим услугам. Почувствуй нашу мощь! Нас атакуют! Заряжайте! Милорд, нет, будут указания. Мы идем! У него даже денег нет на восстановление, ну тут вообще все просто. Баллиста готова. Лук готов, вашим услугам. Так, у него-то стопудово разлит ров, поэтому мы что делаем? Поэтому мы делаем вот так. Кого бы взять? Рабов. Рабы быстро дохнут. Ну, давайте возьмем вот этих вот ребят. Мы готовы. Не хватает рекрутов, сэр. Запасы провизии пополняются, сэр. Мы готовы. Не хватает оружия, сэр. Да, босс! Не хватает оружия, сэр. Приветствуем вас, сэр. Баллиста готова. Подползаем и... Опа! Баллиста готова. Заряжай. Ну, кстати говоря, ради интереса. Баллиста готова. Заряжай. Мой вода! Мы готовы. Милорд. Какие будут указания? Сэр, прибежай, готово. Мы постараемся. Сейчас подсчитаю. Вам понадобилась сила? Приказываю. Идем в ваших приказах. Сэр, послание от Калифа. Немедленно уводи своих жалких оборванцев от твоих стен. А, и все? Серьезно? Да ну, я думал, что-то посерьезнее будет. Эх. Послание от Калифа. Ну, в общем-то, дорогие друзья, спасибо за просмотр. С вами был товарищ Санек. Увидимся в следующей серии.